Друзья, я покажу, как правильно менять размер изображения, чтобы оно не пострадало при печати. Берем наш элемент, закидываем на наш билборд, дублируем его с кнопкой Alt перенос. И давайте сделаем один элемент не смарт-объектом, а растрируем этот слой, сделаем из него растровую графику. Немножко увеличим масштаб и давайте посмотрим, что у нас будет, если мы будем увеличивать эти две картинки или уменьшать. Ctrl-T, свободная трансформация, увеличиваем максимально. Теперь мы эти наши два объекта немножко им изменим размеры и посмотрим, что у нас из этого получится. Вот сделаем такое пару раз. Изменили, вернули, изменили, вернули. Смотрим при 100%. Смотрите, растер вообще пострадал. Причем пострадал конкретно и полностью. Мы сильно потеряли в качестве. Смарт-объект не пострадал ни грамма. Смарт-объект – это так называемый контейнер, в котором хранится изображение в его исходном качестве. При изменении размера этого контейнера исходное качество остается прежним, оно не меняется. Спасибо за просмотр видео, если было полезно, оставляйте плюсики в комментариях, пишите, задавайте вопросы, кому что непонятно. Всем спасибо, до встречи. Вы на канале VIP-реклама.